В Екатеринбурге престольный праздник отметил храм преподобного Серафима Саровского на Ясной. В день обретения мощей святого молящиеся собрались в Доме Божьем на божественную литургию, которую возглавил настоятель храма архимандрит Гермоген Еремеев. Преподобный Серафим Саровский очень любим в народе. Еще при жизни люди шли к нему нескончаемым потоком со своими горестями и болезнями. С особенной любовью встречал он тех, в ком видел желание исправиться и искреннее раскаяние в грехах. Сколько к нему людей не приходило, он каждому говорил «Радость моя, Христос воскресе!» И эти слова преображали многих. Причем преподобный Серафим никогда не думал, что в честь него будут воздвигать храмы и монастыри. Он просто жил своей жизнью. Но благодарные потомки не только почитают его наставления, но и его самого почитают святым, человеком неба. За любовь к Богу и смирение преподобный Серафим сподобился даров прозорливости и чудотворения. И спасение может прийти только через смирение, только через это стяжание мирного духа. Нужно научиться прощать, нужно научиться любить, нужно научиться верить и доверять. И тогда мы сможем с вами сказать, что мы хоть частично прикоснулись к Церкви Христовой, и к тому великому делу, чем занимался преподобный Серафим Саровский. Мы сегодня получаем от него милость и благодать. По традиции, после литургии был совершен молебен преподобному Серафиму, а затем под звон храмовых колоколов состоялся крестный ход вокруг храма. Августа в этом году среда, рабочий день, но на службу пришло множество молящихся. Кто-то договорился прийти позднее на работу, кто-то приехал во время отпуска. Никто не хотел пропустить престольный праздник любимого храма. После службы настоятель храма, архимандрит Гермоген, поблагодарил всех пришедших на престольное торжество. Благодарю всех вас за то, что вы в таком множестве, несмотря на то, что рабочий день, пришли батюшке Серафиму Саровскому в его святой день. Храни всех Господь на многое и благое лето.